Московском мероприятии научно-студенческого общества МГИМО знают многие. Но до Дней науки еще далеко, поэтому НСО подготовил для студентов кое-что особенное. Сегодня в конференц-зале университета проходит Ночь науки. Давайте посмотрим. Как возникла идея создания Ночи науки? На самом деле идея возникла у дорогого друга НСО, у Глеба Зуева. Он поделился идеей и вдохновил нас. Мы дальше просто использовали весь сумасшедший, невероятный спектр клубов, которые есть в НСО. И ребята вот сегодня просто показывают то, чем они, по сути, занимаются каждый день. Мы сначала придумали сам формат, а потом подумали, как же его назвать. Это было такая, был формат с какой-то изюминкой. И вспомнили о том, что основное мероприятие НСО называется «Дни науки». Это целый ряд серьезных конференций. Наше мероприятие было позитивным, оно было более развлекательным. Полная противоположность дням по своей сути, но главное сохраняется – популяризация науки и обмен идеями. Мы решили, что в первый день зимы будет очень здорово добавить немножко волшебства, создать вот эту особенную атмосферу, такую непринужденную, дружескую, когда действительно наши сердца открываются. Мы собрали сюда наши клубы, которые любят свое дело и готовы поделиться своей любовью со всеми участниками, кто сюда пришел. И мы очень сильно надеемся, что у нас это действительно получилось. Мероприятие прошло просто на высшем уровне. Ребята пришли очень подготовленные, поражали знаниями. Это очень круто, показывает, насколько люди увлечены наукой, насколько они хотят заниматься наукой. Запомнилась логика дня, то, как они отвечают на вопросы, то, как они ищут подходы к нестандартным вопросам. Понравилось мероприятие? Очень, прям да, прекрасно. Очень хорошо организовано. Мы узнали много. Да. Очень было хорошее оформление у клубов, очень душевное. Атмосфера неповторимая, собственно, как всегда.